Привет, народ, с вами Варчик. Начинаем это видео в Excel, потому что так надо. В этом видео я вам расскажу, сколько я потратил бабоса на игру World of Tanks и как это узнать. В личном кабинете на сайте World of Tanks есть внизу такой раздел «Защита данных». Заходим в него, и там есть замечательная кнопка «Удаление аккаунта». Но нам нужна другая – «Экспортировать данные». Нажимаем на эту кнопку «Экспортировать данные». И отправляемся в невероятное путешествие, ожидание около месяца называется. В течение месяца вам приходит уведомление на почту о том, что можно зайти в это же самое место в личном кабинете и скачать файлик заархивированный, в котором и будет другой файлик. И другой файлик называется Orders. Orders, который находится в папке Payment History. Я замечательнейшим образом удалил всю папку загрузки, потому что там накопилось уже гигов 20 мусорника какого-то, и я забыл, что там находился этот ордерс вонючий. Таким образом, мы имеем то, что мы не имеем этот файлик. Но я уже посчитал циферку, сколько я потратил, но файлик уже удалил. Поэтому вам придется верить мне на слово. Что сделать довольно-таки легко, если вы мой старый подписчик. А теперь я вам расскажу, как вообще работать с этим файликом. Самое главное, открыть его в Excel, потому что если вы откроете его в блокноте, там будет все в куче и ничего не разобрать. Если вы файлик orders откроете в Excel, то все будет по столбикам, равномерно, все будет удобно. Когда вы откроете этот файлик, там в принципе будут такие вот столбики, где мы можем понять, что в столбике B написана игра, в которую мы донатили. Ведь картошка — это не только World of Tanks, но еще и кораблики и так далее. Здесь также можно увидеть эту папку в этом архиве Payment History. Она вот посерединке тут валяется. И в ней уже будет папка Orders. Также еще в столбике E будут наши циферки, которые нужно считать. Там все будет в той валюте, в которой вы оплачивали. Если в рублях, то в рублях, в гривнах — гривны, ну или доллары могут иногда мелькать. У меня было несколько платежей долларами, поэтому мне пришлось их перевести, хотя там было всего лишь 4, кажется, платежа. Также еще нужно считать только те суммы, в строчках которых написано paid, а всякие new, fail и так дальше, их нужно просто удалить. Потому что только paid — это типа платеж, который прошел. Так что остальные строчки считать не нужно. По факту остальные строчки легче всего нажать правой кнопкой мыши и нажать удалить. Поудалять сначала все лишние строчки. А у меня там было что-то 470 пройденных платежей. 470. А если посчитать с непройденными, то там 500 с хвостиком было. Также там еще некоторые клеточки будут не число, а дата будет написана, там феврали, шмеврали там и так далее. Правой кнопкой мыши на нее нажимаем, потом формат ячейки и выбираем либо числовой, либо общий. Но у картошки вроде как все клеточки — это общие, поэтому выбираем общий, Enter, и наше число превращается в число, а не дату. И дальше нам остается посчитать один столбик с циферками. И мы получим сумму за все время, сколько мы потратили. Но вот Express рекомендует калькулятором считать каждую циферку, складывать. Давайте я сейчас вам расскажу, как это сделать быстро. Допустим, мы находим столбик, в котором нужно посчитать циферки. Итак, вот мы получили столбик, допустим, с донатами в картошку. Как посчитать их быстро, не заморачиваясь какими-то там калькуляторами и так дальше. Нажимаем два раза кнопкой мыши в ту клетку, где хотим получить ответ. Нажимаем равно, пишем сум по-русски. Потом скобочку открывающуюся. Потом выделяем, зажимая левой кнопкой мыши, все то, что мы хотим сложить. Либо нажимаем на весь столбик и выделяем весь столбик. Потом скобочку закрываем. Enter. Все. Это наша циферка, которую мы надонатили, допустим. И не нужно сидеть каждую цифру в калькуляторе считать. Это Excel,
И нам предлагают в ней сидеть калькулятором, каждую циферку складывать. Это, конечно, рукальцо. Итак, вот мы посчитали, сколько же денег мы потратили в картошку за все время, пока мы в нее играем. И дальше делаем свои выводы, или никаких не делаем. Все это просто ради интереса, узнать, сколько же за все время денежек утекло. Но, допустим, мои донаты считать в картошку не особо логично, поскольку я в нее донатил для того, чтобы постримить вам ваши премтанки, которые вы же и просите. Плюс еще было очень много подарков. Ну как много, по факту их там штук 5 было. Не так уж и много, ну и не так уж и мало. Но сколько же я потратил на свой аккаунт в World of Tanks? 172 755 рубасиков за 6 лет. Это вроде примерно 3500 рублей в месяц. При том, что первые 18 тысяч боев я вообще не донатил ни копья. А потом, как появился у меня канал на ютубе, все пошло-поехало. Зато мы имеем на аккаунте кучу премтанков, на многих из которых есть 3 отметки, сделана куча видосов на канале. Контента хоть отбавляй. На канале действительно есть что посмотреть. И вам действительно важно мое мнение по премтанкам, вы его спрашиваете. А мерзкий стример вам отвечает. Я считаю, что в принципе это все не зря. Поскольку если бы столько не было потрачено, то и контента было бы меньше. То канал стоял бы на месте. Я как бы вообще не жалею, что столько доната пошло на мой аккаунт в картошку. Ведь это все было ради канала. Хотя и до канала я тоже потратил в картошку. Хоть и немного, но что-то потратил. Я купил Чинукай, это премтанк японский 5 уровня. Также я купил ФЦМа. На то время он еще стоил 1400 рублей. А сейчас он сколько стоит, я даже не знаю. Ну, мне кажется, намного больше. Кстати, напишите в комментарии, а вы помните, когда это было? Когда ФЦМ еще 1400 рублей стоил? Если не 1200, вроде 1400. И вот примерно после ФЦМа я начал стримить, а вы начали смотреть. И потом я заметил, что премтанчики довольно-таки неплохо смотрятся, и всем интересно прийти посмотреть на новый премтанк. И в то время довольно-таки неплохо можно было поднимать онлайн, если стримить новый премтанк в первый же день, как его начали продавать. Особенно если это какой-то редкий премтанк. То, допустим, в первый день продаж, в первый раз, когда продавали гуся, у меня онлайн на стриме был 500 человек. И после этого задумываешься, а чё б не купить премтанчик, чтобы его подстримить? Ведь приходит много людей посмотреть, стрим становится живой, подписчики растут, и деньги уже не кажутся такими зря потраченными. А на некоторых премтанках даже охота поиграть самому, когда уже вся буря хайпа стихла. Хотя большинство премтанков за все то время, пока я на них стримлю, откровенные бесполезные куски. И процентов 90 премтанков вообще не имеет никакого смысла. Если бы я был обычным игроком и покупал их чисто для себя, просто так поиграть. Но для канала это дополнительный контент. Сейчас, конечно, когда киберспорт сдох и всех киберспортсменов выпустили на свободу, они начали каналами своими заниматься, конкуренция стала побольше. Но все равно, даже сейчас, новые премтанки дают небольшой прирост, а иногда и большой, если премтанк очень раскрученный и разрекламированный, дает иногда даже неплохой прирост по онлайну, да и новые зрители тоже появляются. Вот такие вот дела, закрученные вокруг премтанков в игре World of Tanks. И так или иначе, у игроков картошки очень сильно развита эта тема премтанков. Многие танкисты ждут новые премтанки, следят за ними, а стримеры рады их показывать, потому что онлайн растет.
Пишите в комментариях, сколько вы бабоса потратили в картофан. Ну и пишите, конечно же, помните ли вы то время, когда это вообще было, когда ФЦМ стоил 1400. С вами был Варчик, играть красиво, пока. Yeah.